Будете говорить с женой? Лучше поговорить с ней. Вторая линия. Алло? Да, милая. Мак, я догадалась. Я знаю, с кем Скарлетт. Штурман Пьер прилетел. Это не штурман Пьер, а псих Отто. Ты сидишь? Она вышла замуж. Да-да. Нашла в Восточном Берлине симпатичного мужа. Она вышла за коммуниста? Это будет самым большим потрясением для Атланты после поражения генерала Шермана. Нет, это не смешно. Она едет в Москву? Вот это смешно. Обхохочешься. Что мне делать? Драться с Кремлем? Их не остановить. Они молоды, влюблены. Мы для них дохлые рыбы. Как встать на пути счастливых влюбленных? Мак, я тебя знаю, ты что-то задумал. Как же иначе? Пока.